Всем привет! Всем привет! И сегодня мы с вами в режиме «Дом красоты Живанши», и мы отправляемся зарабатывать бесплатные вещи, которые здесь есть. Сегодня у нас будет их зарабатывать Ульяна, и вы поймете почему, если посмотрите это видео дальше. Итак, Ульяна, забегай вот сюда вот, в эти ворота, и собирай вот эту вот, не знаю, что это такое, чего это? Красота. Красоту эту собирай. В общем. Это тоже? И эту тоже собирай. Итак, справа у нас есть 4 задания, за которые мы будем получать вещички в свой инвентарь. Одно из заданий — это собрать 10 вот таких вот квадратных штук. Так, Ульяна, беги вон туда направо. А, это так. Вот туда вот беги. Так, вон тут на дереве есть одна штука, но туда так просто не залезешь. Так что даже не мучайся. Беги вот туда вот прямо. И ищи по пути еще эти штуки. Итак, для начала мы соберем 10 штук. Вы можете посмотреть там же, где мы бегаем, а можете сами их поискать. Их искать несложно. Их тут на самом деле на карте больше, чем 10. Выходи отсюда, это нам пока не надо. Выходи, выходи. У тебя под маской не видно. Что стало с твоим лицом? Лицо можно вообще не ставить под моей маской, и челка нифига не видно. Только вот эта штука. Так, вон еще одна штучка была, Ульяна. Вот, вон там на мосточке на этом, между бассейнами. Так, забирай. Вон еще одна. Куда ты свалилась? Где? Вон еще одна. Боюсь. Так, 4 штуки. Теперь бегем туда налево. Ныряй, там вон под водой еще одна штука есть. Во. Как красиво. Готово. Так, 5 штук собрали. Вот еще. Да вон в белых кубиках. Так, 6 штук. Выходи отсюда. Выходи. Нет, не туда. Не туда. Вон туда прямо. Вон еще одна. Над кустиками. Так, 7-я. Вот в эти ворота заходим. Вон, ну вон посередине прям. 8-я. Так, осталось нам 2 штуки собрать. Пройди вон туда, вот пройди дальше. Вон туда. Где? Вон в углу еще одна есть. Так, 9-я. И на дерево. Не, на дерево не надо, мы не полезем на дерево. Вон туда вниз надо спуститься, повернись. Вот сюда вот. Вот сюда вниз спускайся. Нажми на он вот сюда, вот, все. Перестали танцевать. Иди забери последнюю штучку. Забирай, забирай. Вот. Все, готово. Мы собрали 10 штук. Ну, зачем ты так быстро нажала? И нам дали, в общем-то, цепочку. Вот мы получили 2 бейджа. И эти вещи у нас появились в инвентаре. Ну, давай заодно здесь же возьмем еще вот эти вот вещи. Где? Нет. Повернись вот налево, подойти. Надо подойти вот к этому вот, к этой штучке. Нажать на Е. Все, готово. И нам дали вот такую сумочку. Ну, точнее, их дали 2. Они там для разных аватаров. Одна побольше, другая поменьше. Итак. По-моему, да, это на спину. Посмотрим потом в инвентаре. Итак, у нас осталось с вами 2 задания. Отправляемся наверх. И одно из заданий — это надо танцевать. Целых 600 секунд надо танцевать. Вот прямо иди туда. Вон там народ танцует. И мы сейчас тоже будем танцевать. В общем, заходите вот в эту вот, вот в это место, и секунды у вас побежали. Вот у нас секунды бегут, и нам надо целых 600 секунд ждать. Ну, что можно при этом делать? Можно пойти попить чаю. А можно параллельно выполнять следующее задание. А следующее задание — надо
посетить шоу 3 раза. Сверху есть кнопочка и отсчет времени до начала этого шоу. И мы просто берем и нажимаем на эту кнопочку. Нажимаем «Войти». Наряжаемся для этого шоу. Ульяна, на, понаряжайся. Так, только лицо? Тут только лицо, да. А, ты можешь, кстати, снять маску, тогда будет видно твое лицо. Давай поскорее, а то там шоу начнется. Прям в таком виде пойдешь. А, ну в общем-то, и теперь вам должно быть понятно, почему этот ивент показывает вам Ульяна, а не я. Потому что все лица здесь только женские. Если бы тут был я, это выглядело бы очень странно. Как? Вот это? Да, ты правильно нажимай. Так, осталось 20 секунд до шоу. Ну, мы пока танцуем, у нас время идет, все хорошо. Так, шоу начинается. Мы можем его смотреть. Тут будут все просто по очереди фотографироваться. Ну вот, кстати, мальчик с женским лицом выглядит очень странно. Ульяна выглядит очень хорошо. Я победил. А вот это вот вообще... Да, это гениально просто. Миллиарды здесь. Ну, голосуй за него тогда. Ульяна заняла 3-е место. Бессовестные люди, как они это могли допустить? Ну да ладно. Нам без разницы, нам просто надо поучаствовать в шоу и все. Ульяна, нажимай еще раз «Войти в шоу». Интересно, интересно, в этот раз за нас проголосуют или нет? Мы за них точно не будем голосовать, да? Да. Предлагаю вообще за девочку проголосовать. Да. Из солидарности. Ангелина выиграла, а Кальмар вообще не выиграл. Ни в какое место не попал. Ну, мы хотя бы на 3-м, ладно. И на том спасибо. Опять, да? Спасибо! Мы даже не попали на подиум, но тем не менее, мы задание выполнили и награду получили. Ну а теперь у нас еще целая куча времени. Еще целых 300 секунд. Нам надо ждать. 2 hours later. Итак, время подходит к концу, и сейчас мы получаем еще одну награду. Награда — это вот такой рюкзак в виде флакона духов. Так. Я его беру. Все, готово. И теперь последнее задание, которого нету в этом списке, но за которое мы также получим кое-что крутое. Отправляемся вот сюда, в подземный переход, в метро. В лестницу. Идем вот к этой будке, чтобы сделать фотографию. Спасибо, отличная фотография. А теперь отправляемся к будке напротив. Делаем опять фотографию? Нет, здесь открылся секретный проход. И он, кстати, не открывается до тех пор, пока вы не выполните все задания. Запоминайте, куда я иду, и отправляйтесь туда же. И здесь мы забираем вот такие вот крутые очки от Живанши. Забираем. Все, готово. Награда получена, очки у нас в инвентаре. Так, ну а теперь, если вы хотите попаркурить и собрать все вот эти вот монетки, не знаю, что это, я вам покажу, где можно это сделать. Точнее, Ульяна вам покажет. Так, Ульяна, беги вон туда вот белым кубиком. И прыгайте по этим кубикам. Прыгайте по этим кубикам, и вы сможете залезть. Кстати, вот еще на дереве одна штучка.
Итак, мы добежали до последней вот этой вот штучки. Она находится вот здесь. Если вам хочется вдруг их все собрать, то вот таким образом можно их все собрать. А теперь отправляемся в инвентарь смотреть, что же мы там получили. Итак, смотрите, мы получили вот такие очки, получили рюкзак, кепку, вот такую сумку через плечо, я так понимаю, и вот такой вот замочек на цепи. Ну, как-то вот так вот это будет смотреться на Ульяне. Ну, в общем-то, неплохо. Вот так смотрится эта сумочка, тоже хорошо. Кепочка немного потерялась в прическе, но, по-моему, кепочка неплохая. Так, и вот такой вот рюкзак. Что-то тут немного большие лямки, наверное, мы выбрали не тот вариант. Сейчас попробуем другой. О, вот этот вариант смотрится получше. Но он, кстати, висит где-то ниже, да? Да. Немного по-другому он выглядит. Ну, в общем-то, ну, выглядит хорошо, мне нравится. И последние это очки. И вот такие вот очки, смотрятся они, в общем-то, тоже очень хорошо. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайк. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.